Онкология. Каждый год этот страшный диагноз в России ставят нескольким тысячам детей. От этого заболевания не застрахован никто. Болезнь может дать знать о себе в любой момент. Так и случилось с Егором Труновым. По словам родителей, вообще выяснили эту ситуацию случайно буквально. Ребенка готовили к школе, к первому классу и проводили медосмотр плановый. Ну и так поняла, что во время УЗИ выяснилось, что у ребенка злокачественное новое образование. После обследования врачи поставили мальчику диагноз нейробластома надпочечника 4-й степени, проще говоря, рак. Лечение Егора проходит по немецкой методике. По словам родных, после 21 дня курса химиотерапии мальчику может потребоваться дорогостоящая операция по внедрению изотопов йода. В настоящий момент она стоит около 1 000 000 рублей, а трансплантация костного мозга, которая в любой момент может потребоваться ребенку, от 23 до 25 тысяч долларов. Сам ребенок сейчас лечится в московской клинике по квоте. Дело в том, что сама операция бесплатна, но доставка материала, она требует огромных средств. Дорогостоящее лечение по силам не каждому. Только с общей помощью Егор Трунов получит шанс на выздоровление, сможет полноценно жить, развиваться и радовать родных и близких. В настоящий момент в магазине «Аскона Фитнес» торгового центра «Барсуковский» организован пункт сбора вещей для проведения благотворительной ярмарки в помощь Егору Трунову. Третий день мы собираем вещи. Люди несут все, что кто может. Там и картины, и одежда, и обувь, и игрушки, и все. Помещение маленькое, но мы думаем, в зависимости от масштаба, если принесут больше, мы найдем побольше помещений и продолжим собирать. В эти выходные будет организован благотворительный концерт в городском доме культуры «Олимп». Также пройдет благотворительная ярмарка. Принять участие в мероприятии может каждый. Например, принести поделки, сделанные своими руками. Все деньги, собранные на этих мероприятиях, организаторы перечислят родителям Егора. Активно к акции подключилось и предпринимательское сообщество. Мы увидели в соцсетях просьбу о помощи и решили, посоветовались с начальством и решили откликнуться всем коллективом. Мы как официанты решили свои чаевые вложить в ящичек и просить людей, чтобы по возможности они тоже докладывали туда денежку. Внести свой, даже самый небольшой вклад может каждый. Для этого нужно перечислить средства на счет, который вы сейчас видите на экране. Также реквизиты размещены на сайте телерадиокомпании «Вектор». Связаться с родителями Егора Трунова можно по телефону 8 912 072 00 27. Проведение благотворительного концерта намечено на субботу, начало в 14 часов. Помните, от вашего участия в благотворительной акции зависит жизнь ребенка. Елена Канина, Денис Гим, Сергей Парфимович. Новости Губкинского.